Уважаемый господин президент, мы относимся, безусловно, с уважением. 我们对中方的贺宁再次当选中华人民共和国主席。 Это стало возможным, и мы даже немножко вам завидуем. 尊敬的副总统，我也称你为。 Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. 我们认真地研究了中方所提出的关于和平解决乌克兰问题的立场文件。 Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. 当然，今天我们正好有这个机会讨论这些事务。 Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права. Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами здесь встречались, вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской Народной Республики в России. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот. Был 87 с небольшим, сейчас уже под 185 миллиардов долларов. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. 最近这些年来，中国在这个发展中取得了非常令人注目的成绩。 Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. 我也知道呢，明年贵国呢将 进行总统选举，在总统先生的坚强领导下，俄罗斯繁荣发展取得了长足的进步。我坚信啊，俄罗斯人民啊一定会啊继续予以总统先生。